Привет, сегодня мы сделаем анбоксинг вот таких вот спортивных часов от Garmin. Это Forerunner 110, базовая и, как я предполагаю, самая простая, самая надежная по этому модель часов, которая радикально отличается от большинства остальных тем, что здесь есть встроенный датчик GPS. Ну, естественно, это же Garmin. Как всегда, массивная упаковка, довольно симпатичная, с минимально необходимой информацией о содержимом. GPS-enabled Sport Watch. Как быстро и как далеко. Чтобы это узнать, вы можете воспользоваться вот этим устройством. Нужен еще Garmin Connect. Это всемирная сеть бегунов, ходунов и разнообразных туристов, которые могут через веб-сайт отслеживать треки пройденных маршрутов. Что мне нравится, это то, что стиль часов очень простой. Ничего лишнего. Они неплохо будут смотреться и со спортивным костюмом, и с повседневной одеждой. В комплекте зарядное устройство. Да, эти часы заряжаются, здесь нет как таковой батарейки простенькой. Это переходник на американский стандарт розетки, переходник на европейский и российский, соответственно, и кабель-коннектор самих часов к зарядному устройству. Зарядное устройство классическое USB, поэтому его можно использовать как зарядное устройство для других девайсов. Массивный пакет с литературой. Раз, два, три, четыре. Тут языков 12, наверное. Из известных мне тут, пожалуй, только 3. Русского я не вижу. Русский отдельно. Пакетики. Ну и еще одно, так сказать, Important Safety Product Information. И вот приглашение подсоединиться к Garmin Connect. И вот непосредственно устройство. Наши часики. Часики. Garmin Connect 110. Вот эти контакты как раз и соединяется кабелем с компьютером, либо с зарядным устройством. Вся необходимая информация здесь есть, включая подсветку, разные режимы работы. И к ним еще можно докупить специальный как бы пояс, ну не пояс, в общем, монитор сердечного ритма. В отличие от некоторых других производителей, Garmin не вкладывает его в комплект, предпочитая продавать отдельно. Хороший широкий такой вот, как назвать, клювик, который закрывает браслет. Ну, неплохо смотрится, я считаю. Сейчас мы поставим на зарядку, посмотрим, как долго они будут заряжаться, и потом попробуем в деле.